Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы послушаем с вами много новых синглов. Второй сборник по новинкам, именно синглам, за эту неделю. Но в целом альбомов как бы мало было, да, и вот, ну вот мы сейчас дошли с вами до синглов. В сегодняшнем сборнике оставшиеся синглы, которые набрали проценты от 17 до 2, но на самом деле 17 набрал только Слава КПСС, остальные от 9 до 2. Ну, а Славу я решил, как бы, и вообще было бы логично его в первый пихнуть, но там уже и так ников не хватало, поэтому я подумал, ладно, Слава пускай будет тут, как бы, чтобы, может, хоть каких-то охватов дать ролику, да, может, потому что, ну, все-таки есть, как бы, фанаты Славы КПСС даже в рамках фрик-комьюнити, я думаю. Вот, в сегодняшнем сборнике Слава КПСС Интро Фристайл 2024. Я знаю, что там еще выходил фристайл на Fast Food Music, но вот сегодня у нас нет времени его глянуть. Мы его глянем либо вместе с альбомом, либо отдельным роликом. Ну, в общем, ближе к альбому глянем. Сегодня, к сожалению, мы это делать не будем, потому что времени нет. Аквакей, Moscow Never Sleep, Smazi, Rover, Red Royce, Pornstar, Japan и Mayot, Нефтяники, Lil Kid, Lifestyle Artista и Лизер, Pastor на Pass, Brick Bazooka, Высота. Высоту, вы поняли. Очень интересный сборник. То есть, опять же, да, такие темные лошадки, все, кроме Славы КПСС. Аквакей не то, что ебать популярный, но крутой тип. Смази, та же хуйня. Red Royce, та же хуйня. Ну, Mayot, окей. Lil Kid, ну, типа, окей, в последнее время разочаровывает, тем не менее. Ну, и Лизер, понятная история, в общем. У нас, естественно, все голосования происходили в Телеграм-канале, ссылочка в описании. И, естественно, на Твиче у нас прогнозы. Выглядят они, конечно, ну, хоть как-то, бля, я не знаю. Не верят вообще в Lil Kid, не верят вообще в Смази. Хотя в Смази некоторые люди прям просили в Телеграм-канале. Вот, ну, Слава Кваки, ну, в общем, понятно, да, стандартный наборчик. Единственное, что меня прям удивляет, вот этот трек, что за него много баллов. Ну, в общем, неважно, да. Вся инфа проговорена, я предлагаю уже переходить к прослушиванию. И первый трек, который мы сегодня с вами послушаем, Слава КПСС Интро Фристайл 2024. Единственный сингл с альбома Россия 34, который мы с вами будем разбирать. Очень интересно, что это за альбомчик, потому что до этого мы с вами слушали... я, кстати, слушал предыдущий альбом Славы, да, на видосе даже, Горгора 2, который, и вот этот тоже даже на видосе. Вот этот я помню на видос, вот этот был на стрим. В общем, вы можете глянуть. Это, ну, на самом деле, хорошие альбомы, действительно, и некоторые треки до сих пор репичу, типа, крутые альбомы. И вот новый альбом, посмотрим, что он нам преподнесет в конце года, вот. Единственный сингл с альбома «Россия 34». Слава уже второй раз дропает интро релиза синглом, так было с треком Eminem Show. В песне Слава рефлексирует, окунаясь в разные временные отрывки, от подросткового возраста, которое было пропитано наркотиками, до сложной обстановки 24-го года. Клип на трек снят, клип есть, глянем, Родионом Чистяковым, с которым Вячеслав уже неоднократно работал. Также композиция вновь выпущена на лейбле The Fans, на котором Слава стал выпускаться с 2024 года. Какие ноль просмотров, нахуй? Не будет ноль просмотров на этом видосе. Вы, блядь, фрики или что? Не будет такого. Вот. Чем не понимает, если он врубит и выложит на YouTube любой трекогоний, вообще не в тему, и то будет больше просмотров. Чел, ты безумный фрик, невозможно терпеть. Давай смотреть. Давайте смотреть, что это такое. Let's go. Подожди, у меня все сломалось, нахуй, или что? Да что ж такое-то, блядь, секунду. Все, наушники я починил очень таким, ну, интеллигентным способом. Слушаем. Расулов Мюзик. Ох, йоу, реально? Ебать, мои движения вечны. Когда мне стало 30, залетел в рехаб. Когда-то мне отец дал мой первый грамм. Я плакал, вспоминая, как я обижал людей своих любимых, как я предавал. Я признаю косяк, но не врубаю жертву. Видел много бас супертреповый, да, вот этот вот. От Невервала. Видел, как на чердаке варили ханку. В детстве и глаза не хотели видеть. Стал под слеповат, курил хронику Ридик. Похуй на твой фэм, я не делаю риминг. Помню, как полуфинал нас вывел Хидинг. Да что с наушниками, блядь? Выходил во двор и кричал «Россия!» Сейчас все поменялось, нахуй стадион. Нормально.
моих ребят вряд ли миллион. Понял отсылку. Мой альбом роман, как сатирикон. Бро, я уже культовый, чем Бигги Смолс. Кто еще базарит о сложных вещах? В жанре рэп талантливее, чем я. Антихайп семья. Хейтерс гонна дай. Скоро мелкий стрельнет твой силе за май. Да, КПСС самый умный рэпер. Так когда-то написал Захар Прилепин. Жизнь это борьба, я тренирую грэплинг. Бро, накури за нас, ведь мы больше не трэпим. Полтинник в неделю мы курили мрачно. Хочешь грязное белье, но мой рэп не прачка. Она все еще следит, мы даже не ебались. Эй, шлюха, погляди на безымянный палец. Тебе пора жить дальше, ты достойна счастья. Я искренне, покуда это безопасно. Для вас я клоун, постирония, маска Джин Керри. Но мой рэп на деле откровений, тусовок и влево. Идея верен, как Максим Марцинкевич Тесак. За последний год пацанчик либертарианцев стал. Шутки шутками, а жуткое настало время. Кто же вас спасет, если не русский рэпер? Ты читаешь по повестке, иначе всем похуй. Ты зовешь себя легендой, ну а чё по сборам? 500 чей в Москве, это не то, чтобы и плохо. Просто не могу понять, откуда этот гонор. Эй, респект всем матерям, лучший материал. У меня базарю, редким челюсть потеряла. Горбачев, долбоёб, тут не смехуёчки песни. Тут как музей Холокоста, серьезные вещи. Я ненавижу всю русскую сцену. Антихаппи сделал из нас индустрию. С парой корешей я вас гнал за шеи. Эй, Фортуна, сука, делай путь и шеи для меня. 8-1-2, который? Этот альбомчик стрельно. Расправил крылья, как орел, с кое-какого герба. Say hello to my fucking gun. Я не упущу шансы десятый дан. Карате, смоки или Final Rich. Уже не буду андеграунд, как Владимир Ильич. Антихаппи. Бля, ну, честно, честно, бля, как бы, ну, интруха пойдет, да, ну, вот как интруха пойдет, уже трек-лист, трек-лист какого, этого, нет, не видел, так, секунду, 27 мая, Слава показал отрывок трека в телеграм-канале, предварительно опубликовав пост с скриншотом о том, что в пятницу у Dead Blonde выходит дисс на антихайп. В сниппете как раз звучит строчки про стадион. Да, дисс в итоге не вышел, так как это была шутка от паблика «Убивай BPM». Вот что Слава сказал в следующем крышке ситуации. Ребята, оказывается, меня обманули. Это фейковый какой-то трек-лист. Да, блять, я мог и догадаться. На скриншоте был трек под названием Black Simmons 2. Не будет, походу, дисса от Аришки Dead Blonde. Это обманка была сраная. Так что дисса не будет моего тоже. Стадионовцы, Аришка, мои извинения. Давай снимем ТикТок совместный, пожалуйста. Ну, у них там вечные терки у JSPD и Dead Blonde. Там со Славой КПСС, что-то, да, они вечно друг друга подкалывают. Настоящий конфликт или фейковый, похуй, как бы, ну, в медиасфере за этим прикольно наблюдать. Клип. Психокит, здорово, бро. Подожди, трек-лист какой? Вот. Что, где Нил Янг? У Будды? Или тут? Что, по-другому, с настоящим коуте? Да не, не на коннекте, просто, ну, типа, с челом, который на коннекте. Вот. А так мы еще как бы, да. Ну, смотрите, мне как бы смешанное впечатление. То, что Слава КПСС умеет круто читать и качать, ну, я типа не сомневался, да. Ну, я как будто, да. Его фирменности мне не хватило здесь. Конкретно вот его силы слога, его почерка мне не хватило. Очень ровно. Ну, это интруха, типа, доебываться до ровности, хуй знает. Ну, типа, интруха, открывающая альбом. Это нерепитная для меня история. Как трек, вот если это оценивать прям конкретно как полноценный трек, мне не нравится. Это ровно, без изюминки и скучно. То есть максимум здесь инструментал прикольный, вот, с этой скрипкой или что это такое, блять. Не хотели видеть. Вот, не скрипка, наверное, что-то помягче, хуй знает. Да я просто так вкинул, что просто у Нил Янга продал Слава КПСС. А, просто вкинул, я понял. Сейчас посмотрим клип. С клипом должно быть интересней. Но клип должен быть какой-то разнообразней, чем то, что нам показали в треке. Но я уже по кадру вижу, что хуй там, мне кажется. Честно. Хуй там, мне кажется. Правда. Ну, сейчас глянем. Как бы для интрухи, ну, реально пойдет. Ну, типа, как трек, очень скучно, честно. Давайте глянем, что это. С клипом. Напишите тоже, как вам трек. Если хотите, мы можем... Ну нет, я думаю, что его добавлять не стоит. Да и тем более там треки будут... Да не, он точно даже спрашивать не буду. Вот, FFM Freestyle, 22 минуты. А какие нахуй полчаса? 22 минуты он идет.
у меня наебали. Но все равно сегодня мы это чекать не будем. Как с тейпом было, вот мы Пикабу когда слушали, мы потом в конце глянули FFM Freestyle. Вот тут тоже будет так же. Там не фристайл, там... Я не помню, что там было. А может, и фристайл. Бит очень красивый. Так-то красивая песня вышла, но она ровная, и ну типа это не уровень славы, вот к чему. Когда мне стало 30, залетел в рехаб. Когда-то мне отец дал мой первый грамм. Так Слава всегда делал такие треки. Так у него было разнообразие, у него был свой фирменный слог какой-то, вот он постоянно игрался, да. Тут такого меньше гораздо. Я плакал с... Горгород 2 гораздо интереснее. Но там просто прикол в том, что есть ровный достаточно трещок, очень длинный, с Горгорода 2, который меня не душит. Практически вообще. А идет он 6 минут, блядь. Сколько, как его зовут? Вот, на развалинах, вот этот. Если шарите, если слушали. Развалины за окном. Вот он, бля, крутой. Но я его до сих пор слушаю. Прошло больше года. Трек 6 минут, блядь, и ровный. Но, тем не менее, охуенно вайбит жестко. Это, ну... Вспоминая, как я обижал людей своих любимых, как я предавал. Я признаю косяк, но не врубаю жертву. Видел много блоков, не играю в дженгу. Видел, как на чердаке варили ханку. В детстве и глаза не хотели видеть. Стал подслеповат, курил хронику Ридик. Похуй на твой фэм, я не делаю ридинг. Ну, чё, лезь только клип будет? Помню, как полуфинал нас вывел Хидинг. Выходил во двор и кричал «Россия!» Сейчас всё поменялось, нахуй стадион. А есть смысл смотреть? Нормальных ребят вряд ли миллион. Чё, это реально весь клип? Альбом «Роман», как будет Смаси Ровер сегодня. Бро, да. Я уже культовичем Бигги Смолс. Кто еще базарит о сложных вещах? Жанре рэп талантливее, чем я. Антихайп семья. И на атмосфера понятная, но как бы... Haters gonna die. Скоро мелкий стрельнет Василий за мной. Да, КПСС самый умный рэпер. Да, когда-то написал Захар Прилепин. Жизнь это борьба, я тренирую грэплинг. Бро, накури за... Но он не впечатляет меня. Ведь мы больше не трэпим. Полтинник неделю мы курили мрачно. Хочешь грязное белье, но мой рэп не прачка. Она все еще следит, мы даже не ебались. Эй, шлюха, погляди на безымянный палец. Тебе пора жить дальше, ты достойна счастья. Я искренне, покуда это без... Бля, ну честно, вообще ни о чем, сори. Я даже не вижу смысла досматривать. Ну, типа без обид, да, там, ну, просто правда, я не понимаю смысла. Там все дальше одно и то же. Просто какое-то мут-видео. Честно, ни о чем, я не понял, ребят. Maybe вот вам, если зашло, ну, я могу вас понять, но, типа, я вот этот релиз просто не понял. Имейте в виду, что этот трек, он... Ты вас не смотришь. Здорово, Эвил. Я не помню, блядь, ты писал? А что там? Да? Еще вчера, блядь. Ну, сейчас я чекну. Блядь, ну честно, я не понял релиз. Для меня что клип, что трек очень какие-то скучные, пресные, неинтересные. Но Слава КПСС гораздо интереснее есть. Гораздо. А, реально писал. А, у тебя трек выходил? Ну, бля, сегодня нам некогда чекать, я думаю. Ну, посмотрим. Посмотрим, когда. Ну, я думаю, вряд ли сегодня. Maybe в четверг. Вот. Там Аксончик или... Ну, я понимаю, да, бля, я... Понимаю, что он у меня трафик сосет, как бы. Может, я кого-то оттуда подтянул. Я хуй знает. Ну, типа... Я бы так сказал. Идите лучше Варикида поддержите, наверное. Потому что он, как бы, в этом плане только недавно... стримит, и если вы фан Агонии, вы лучше сидите, как бы Варикида поддержите, я думаю. Короче, тречок для меня проходняк, тем не менее, ожидания от альбома у меня не упали. А, у него 150 онлайн, нихуя себе. Тогда нет, все тут. Все тут. Все, говорю.
Я думал, просто он там у Умси обычно там 30-60, у Декмы тоже, ну, 80 где-то. Я думал, у Варикида этот еще меньше. Он по фейму особо как-то в сети не так часто появляется, как Декма или Умси. Я подумал, там вообще мало. Но не, все нормально тогда. Так, ну короче, ожидания от альбома у меня не упали даже после этого трека, потому что я уверен, что будут треки с почерком Слава КПСС, будут более интересны, это всего лишь интруха, и как интруха это правда неплохо. Как-то так. Да. Идем дальше. Следующий трек, который мы с вами послушаем, это Аквакей Moscow Never Sleep. Аквакей очень давно не дропал. Насколько я понимаю, я вот тут смотрел, да, у меня частенько появляется, из-за того, что я подписан, то вот эти все релизы у меня появлялись после третьего гиглэма. Я так понимаю, это релизы, перенесенные с SoundCloud. Я решил их не слушать. Я слушаю только новый материал. У Кода мы делали исключение, типа это появлялось на площадках, мы смотрели, но тут я подумал, что ну вот, какой-то из этих треков вообще 21 года, ну как бы хуй знает. Я решил, что эти релизы стоит скипнуть, а вот у Кода мы как бы Hell Session слушали, но это разное, да, то есть у Кода сделали исключение. Тут я хочу вот исключительно новое чекать. У Аквакея, да, новый трек под продакшн Glory Case. 4 октября, да, вот я мониторил, смотрел. Очень крутой тип, очевидно, да, вот Гиглэм мы слушали, очень крутой, очень крутая работа. Да, она у нас, конечно, не добавлена, но, тем не менее, очень хорошие треки отсюда есть, да. Мы еще слушали «Рассудок» тречок, ну, в общем, есть пару там платок вроде еще по нему. В общем, продолжаем познавать творчество данного человека, оно выглядит очень пиздато на... ну, вот пока что, как я могу сказать. Сейчас посмотрим, что у нас из нового есть. Дизайнер обложки Байтенер поделился альтернативным вариантом обложки в своем телеграм-канале. Сделал обложку в лево, но мне больше нравится альтернативный вариант. Ну, как будто maybe даже да. Но обе хороши. Вообще могу сказать, что обе неплохи, правда. Какую-то выделить прям не могу. Давайте смотреть. В общем, жду привычный стиль, привычный звук, чтобы это был разъеб. Let's go. Начинаем. Хуя себе привычный звук. Орех облога вот так выглядит, кто не видит. Ну, типа, отличие то, что слева там Аквакей был, и вот надписи не было на Moscow Never Sleep. Так. Чё нахуй, перк 40? Ну, допустим. Бабло звонит, Москва не спит, я должен сделать больше. Бля, бит охуенный уже, Glory Case хорош. Поди оставят мне одну звезду за то, что я ебаный овощ. С утра на свежем я побрился, выпил черный кофе. Бабло звонит, Москва не спит, я должен сделать больше. Чтобы на випках до утра торчать с тобой подольше. Проходка в любом клубе, чувствую, что я тупею. Ловлю блэкаут, на мне аутфит суперзлодея. На мне недели стресса, бизнес, головная ебля. Им нужен мой респект, ведь им так не хватает фейма. Хорошо. Блоучейзинг процветает, просто мне угорают. Близкие всегда на связи, их не выбирают. С самого утра ломает, дяди улетают. Есть коннект во всех сферах, меня уважают. Мой город Псков научил меня ценить друзей. Это был тяжелый путь, мы хаслим everyday. Держу на связи тех, за кого болит мое сердце. В каждом городе малышки, что зовут согреться. На мне ща Борис Биджан и Джуни Ватанабе. Лейблы висят на игноре, делаем все сами. Со мной Сергей Дезев, ловим кринж на этой пати. Стилизую свою бэйби, покупаю платье. Покупаю опиаты, первый класс Арсана. Братик мастер спорта, бич, мне не нужна охрана. Шутаут конфе, онли фана, да нам всегда мало. А фаны? Всем моим фанатам и всем уебанам. Со мной гейнг, я. Со мной гейнг, жизнь кипит, кипит, дрил, мейк, рафит. Новый день, новый шанс, я курю, перпл, вид. Другой, да, по-другому. Моя банда, мой отряд, мы летим выше всех. Наши деньги не спят, я. Эй. Наши деньги не спят, я. Хорош, хорош, хорош. Бля, ну... ставят мне одну звезду за то, что я ебаный овощ. С утра на свежем я побрился. Бля, припев пиздецкий. Бабло звонит, Москва не спит, я должен сделать больше. Ну, допустим. Чтобы на випках до утра торчать с тобой подольше. Спокойной ночи. Давай, спокойной ночи. Бля, знаете, Glory Case можно было спокойно вообще вот сюда вставлять. Аквакей, запятая Glory Case. Типа, вообще спокойно. Очень много работ он проделал. Пизда бит просто разъебище.
То есть, насколько он круто развивается, вот с этими вот какими-то шумами моря, блядь, или что это такое, да? Плюс очень заебатая драмка, на ней поработали. Аквахей залетел привычно, на непривычный звук, непривычный стиль для него. Но залетел привычно, как умеет, и залетел круто, в своем привычном тембре. Это рабочий трек, правда. То есть я считаю, что он охуенный. Здесь очень много работы Glory-K сделал, Аквакей просто залетел, как умеет залетать, а так как он в априори охуенно залетает, пожалуйста. Чуть-чуть он меня задушил на первом куплете, но во втором куплете он исправился. Ну и да, припев, то есть припевами не задушил. Два припева в начале и в конце. Как бы кайф. Крутой трек, бля, базар. Вообще хорошо прям. Аквакей радует, я добавляю к себе. В общий плейлист что скажете, ребята? Ну как будто да, как будто в чате писали, что да. Поэтому я, наверное, с вами соглашусь. Заебатый трючок. А Fun of Music 24 добавили. Спасибо большое. Ждем новое творчество. Не знаю, что будет еще в этом году. Может, альбомчик какой-нибудь. Но вот это было хорошо. Идем дальше. Следующий трек, который у нас так просили в чате, это Smazy Rover. Смази мы последний раз слушали вот как раз Tokyo Model Sex, да, крючок хороший, добавлен у меня. Вот тут мы с ним еще познакомились, но тут мне не очень. В общем, продвигается молодой человек, и по прослушкам могу сказать, что делает это на самом деле неплохо. Да, мы за ним, я не знаю, следим, не следим, а вот крючок я этот добавил. Запрос был в Телеграме, запрос был на Твиче, поэтому мы слушаем. Rahat Music, знаем таких. На продакшене у нас Alontis, Prod by Judo и Forex. Так, смотрим, что это за ребята. Бисол. Пепел на худи снипет. Соникс. Охуеть. Ну, допустим. Так. Тут у нас только ровер. New Light Child, Пепел. Hair and Water даже. Феофилов. Пиздец. Жестко. Ну что ж, давайте смотреть, что это такое. Первый снимок трека Smazy анонсировал с МТГК 12 сентября. Почему это так просили? Насколько апнулся Smazy? Насколько музыка сейчас у нас у него хорошая? Начинаем. Let's go. Слушаем. Внимательно. Еба. Погружает очень. Окей. Тембр прикольный. Бит ебнутый. Ну нихуя, поработал прям. Охуеть. Бля, я ебать, это хороший трек. Текстом.
Ебать мой рот. Ну, прям вот реально просто возьмите сейчас и... Ладно, не важно. Так, бля... Охуеть, на самом деле. Ну, вот сказать, что я прям доволен его реализацией, ну, нет, наверное, да? Но это 100% трек, над которым поработали. Ебать, прям поработали. Звук мощный, жирный, бля, ебать. Развитие, какое пиздатейшая структура здесь. Очень круто он работает, вот как минимум тут, да, то есть... Первый раз вижу этого чела. Не, ну, он не то что популярный, но вот он из объединения New Childa. Вот тут что-то как-то вот эта тема захайпилась. Не знаю откуда, но захайпилась. Вот. И мы слушали Talking Model Sex, неплохой тречок. Тоже как бы были по свидосу проебы. Тут не то, что по свидосу, тут как бы интересно он залетает, да? Интересно залетает. Ну-ка вот, смотрите, в плане звука, в плане разнообразия структуры вопросов нет. Ну-ка, реализация самого артиста. У нас охуевшая структура, нас погружает очень жестко, потом вот начинается, бля, вот это прям, ну, пиздец электроника ебаная, да. И тут это все по-другому звучит, да, превращается в более... Ну, короче, в другие вещи превращается. Очень, очень пиздатая структура. Сейчас. Да. Круто. Вот, нас прям погружают, пиздец. Свидос апнулся. Не, ладно, он вывозит. Вывозит. Капа, бля, сведено прикольно. То есть он вот как бит, да, ебашится вот с... такой вот... Сейчас. Бля, что это вот? Что это такое? Что это за звук? Ну вот бас там ебануто просто ебашит. Просто ебануто. И капа тоже чуть-чуть такая под дисторшеном, что ли, легким. Если... Ну, или мне кажется. Мне кажется, может? Не-не-не, нихуя. Ладно. Если брать перегруженный инструментал, он не будет сильно интересным быть по звучанию, факт. Но он сильно перегруженный, в этом есть фишка. И вот бас ебать, ну типа ебашит, давит, пиздец постоянно, да, и вот это все на динамике, нахуй. Круто, бля, работает. Ну вы поняли. Короче, круто. Вот это в конце еще то, что было. Бридж, да, блядь? Вот. Нас вот чуть-чуть выпускают, и начинается, блядь. Какой. Ну окей. Да, очень круто. Охуенный трек. Стоп, раз. Пока что лучший. Да и в целом как будто в карьере Смази лучший. Очень, очень большая работа проделана, я считаю. Хорошо сделано. Я хочу добавить в общий плейлист, что думаете? Как будто хочу. Го, ну я думаю, да, тут как бы, я думаю, вопросов нет по этому поводу. Спасибо, это пиздец сильно. И те, кто просили, они, блядь, просили по факту. Хуйню не просили, так сказать. Это было мощно. Мне очень понравилось. То есть это и более качественная уже оболочка. Более качественный звук для смази. Вот он вот сделал качественный. Сидос стал лучше.
уверенность на бите стала лучше. То есть он апнулся. Ну, явно апнулся, правда. Это хорошо, серьезно. Я кайфанул. Спасибо. Бля, идем дальше. Следующий трек, который мы с вами послушаем, это Red Royce Porn Star. Вот так вот. Red Royce очень крутой, талантливый чел. Новенький трачок нам предлагается с пидапом. С интересным названием, с интересной обложкой. Уже многие начали мне писать, да, про Хази Би, что типа Пейнхаб, вся хуйня. Ну, не знаю, на самом деле, байт не байт, ну, вряд ли, ну, может быть, а может и нет, да хуй его знает, блядь, ну, как-то не знаю. Смотрим, что она предлагает, потому что Red Royce может в разные вещи, и сейчас мы посмотрим, что он нам предлагает. Let's go. Говорить особо нечего, с никаких симптов не слушал. Я вообще, чтобы понимали, типа, вообще забыл, что мы трек «Миллион» слушали. Я прямо сейчас посмотрел и, ну, думал, а мы что, въебали трек? А мы его слушали, оказывается. Я его вообще не помню. Но сейчас, подождите, может, я вспомню. Что это было, блядь, может? Хуй знает. В общем, неважно. Надеюсь, что Pornstar запомнится посильнее. Да. Let's go. Слушаем. Ебало пошел. Встану тебе твердить, что ты не дура. Меня так манит твоя гламурная фигура. Хорошо пошел. Жалко тратить на нее купюры. Стой, стать, малыш. Ну хорошо. Ты уже хочешь ко мне, вижу все по глазам. Давай наполним бокал больше. Каждый день нахожу другую, чтобы тратить снова свои нервы. Хорош. Когда я увидел, понял, что сложно отпустить. Я шагал ведь свое время, ты пойдешь со мной. Она сказала, наверное. Ты, наверное, все не так поняла. Я не очередной мутаж. Хорошо идет, да? С тобой до утра спать. Хорошо идет, да? И я по-новому открыл твои глаза. Я не успел тебе сказать. Крутой припев. Для всех ты занята. Хорошая ямочка. Я думаю, будет спидап лучше. Тут прям песня под спидап охуенно залетит. Хорошо, но по-прежнему простовато, да? Вот стиль не особо мое. Достаточно, типа, дефолтная история. Не сказать, что ебать цепляет, правда. Он хорошо играется ритмикой, тут неплохая структура, все на своих местах. Но не сказать, что это цепляет. О, расписание, что ли, скинули? Ну-ка, блядь, ну-ка, подожди. Ну, ребят, вы же понимаете, что я не могу не чекнуть расписание. Так, да, нихуя не поменялось. И нахуй ты мне это скинула? Понятно, блядь. А вот более чем уверен, что спидап будет звучать круто. Я вот уверен. Слушаем, let's go. Вот это будет поинтереснее. Вот это еще под спидап. Прям, да. Место нормальный. В плане, ну, не перебор. Да, уже. Он хорошо. У него сильные данные здесь по вокалу. По ритмике он хорошо работает. Звук, ну, не сказать, что ебать цепляет. Какой-то динамики не хватает. Ну, просто, типа, обычной танцульки, да, но такое мы слушали уже, да, неоднократно. Много конкурентов на рынке с подобным звучком, да. Но вот на спидапе чисто динамикой можно вывести, и уже слышу, как вокал круто подпичен. Ну, типа, за счет спидапа. Вокал у него пиздатый. В общем, трек рабочий. Пожалуйста, если кому-то нравится, бля, факт, он реально качественный, он реально охуенный. Да и меня, я бы даже добавил, но я просто уверен, что спидап лучше. Если спидап хуйня, я добавлю обычный трек, потому что он качественный, ну, правда.
Он качественно хорошо сделанный. Он не примитивный на самом деле. То есть, хоть и звук достаточно понятный, но он не примитивный трек. Не ебаная попса просто под бочку, блядь. А Настя. Нет такого. Веду тебя домой прямо из клуба. Стану тебе твердить, что ты не дура. Меня так манит твоя гламурная фигура. Мне не жалко тратить на нее Да, 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 да. Бля, охуенно. Вот это уже цепляет. Но он круто отрабатывает, то есть оригинал тоже пиздатый. Ну пианинка, да, достаточно надоедающая. Ну ладно, хуй с ним. Бля, ну это хорошо, я не знаю, ну правда, цепляет вот это вот версия. Прям охуенно. Я хочу добавить спидап, он прям издачен. Так, а что по инфе есть тут? Дистрибьютор. Да, хороший этот ройс. Радует, правда, радует. Качеством он точно радует. То есть это 100%. То, что это человек качества, я не сомневаюсь. Он хорош. Поняли, да? Так, ну что ж могу добавить, да? Если хотите, мы можем... Хочешь, ну, какую-нибудь из этих версий добавить в общий плейлист. Треки качественные, обе версии. Какая-то цепляет больше, какая-то цепляет меньше, тут у кого как. Но это качественно сделано, правда. Ретройс в этом плане преисполнен. Я добавил к себе спидапчик. Если хотите, в общий плейлист может что-то полететь. Ну, как-то, не знаю, типа... Можете в комментариях написать, что думаете. И мы добавим, потому что сейчас как-то чуть онлайн спал, и я не думаю, что кто-то напишет. Вот. Так что... Ну, кайф. Ждем следующий трек. Ну или альбом, не знаю. В общем, творчество. Идем дальше. Следующий трек, который мы сегодня послушаем, Джибан и Майот Нефтяники. Например, у нас Морио, очень крутой тип, который продил в том числе и треки с заправки Кит 4 Deluxe. Некоторые, если я не ошибаюсь, ну вот, да, не поменяла. Ну, как бы я больше не помню, на что-то... А, ну вот, почему соус? В общем, да, очень крутой тип. Кто такой Джибан? Хуй его пойми, правда. Вот, не знаю, кто это такой. На Гетто Гардене он был? На No Offense он был? Ну, как я спросил, про это сделал? Так я ж написал, посмотрю, что вы хотите, а решу сам. Все платки будут после сборников. Он был на No Offense и на Гетто Гардене, я его ни там не помню вообще. А что, где он тут? А Вова вернулся, я даже не помню этот трек, если что. Так что, ну, вот, блядь. Лизер скоро, ну вот, как бы, вот так. В общем, смотрим, что это такое. Я думал, это какая-то покупная хуйня, ну или опять Майот с каким-то ноунеймом фитует. А это воссоединение старых братьев, ёб твою мать. Очень интересно. Посмотреть, что это такое. Честно, не слышал этого чела, но он был на Гетто Гардене, был на No Offense. Гетто Гарден я не слушал, если что. Если хотите, чтобы я послушал Гетто Гарден, потому что я хочу послушать Гетто Гарден, можете написать об этом в комментариях. Если ваш комментарий наберет достаточное количество лайков, то мы обязательно послушаем этот альбом, я думаю, вы знаете. Худбой Чемпионс.
совместной. Чё, блядь? Реально? Серьезно, планируется какой-то худбойс чемпион? А худ-то худ будет? Ладно. Короче, слушаем. Смотрим. 3.08. Как раз и заключается в том, что если вчера было невозможно, недостижимо, а сегодня состоялось. Салют всем иудеям, кто в меня не верил, время завалить ебальники. Самое время, братья варят через пластик. После на столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики, бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальники. Ай, ай, я знаю истинную цену черного золота, ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника. Вижу, как матушка стареет. Время, прошу, остановись хотя бы на минуточку, пожалуйста. Не заметил, как мы повзрослели. Быстро. Где мои 16 лет, когда в голове лишь шалости. Первая самая сильная любовь. Чувство невесомости, будто я парю в космосе. Чувства окрыляют, и все понятно без слов. В ее счастливых глазах, пока моя рука ласкает ее мокрые волосы. Больше не мечтаю, не загадываю, что там будет завтра. Новый день покажет, позади оставив счастливое детство, студенческие годы и бурение скважин. Едкий дым, гриндеры, бумажки, пипетки, утки, бутылки и другие гаджеты, и другие гаджеты. Слушай, я мужчина, мне нужен сына, мне нужен дом, семья, чтобы оставить им все, что нажито. Салют всем иудеям, кто в меня не верил. Допустим. Время завалить ебальники. Самое время, братья варят через пластик. После на столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики, бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальники. Ай, ай, я знаю истинную цену черного золота, ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника. Ай, а я учился не делать глупости, но именно на первом курсе начались клубы, тусы. Именно тогда меня очаровала музыка, заполнив внутри меня то, что было пусто. Хотели очистить, мне хотелось начислений. Период взросления, пропасти меньше между поколениями. Просто другое время, интересы, направления. Уже другие деньги, люди, идеи и мнения. Два стула, продолжает играть аппаратура, а я там и тут прокладывать трубы, признания туры. Долго думал, довел до конца, в итоге окончил диплом, гордость отца. Но музыка в сердце начала говорить, ты можешь помочь этому миру. И я сразу начал искать пути, чтоб что-то изменить, а не просто быть их кумиром. И вот уже сейчас мое тянет, на выступлениях вижу толпу. Я мог бы сейчас быть нефтяник, но черные слитки и музыку больше я люблю. Салют всем иудеям, кто в меня не верил. Время завалить ебальники. Самое время, братья варят через пластик. Окей, спасибо, что пояснил. На столе крошки, как от шоколадных пряников. Крошки гарики, бульбики кипятятся, как чайники. Кузов бизнес-класса, начальник. Бля, ну слушайте. Ай, я знаю истинную цену черного золота, ведь я сын нефтяника. Ведь я сын нефтяника. Вайбит же, нет? Бля, подожди, во-первых, это бит написал Морио, да? С его тайпом, который он обычно пишет, он написал вот этот бит, да? Как это терпеть? Ну ладно, предположим даже, что это так. Снова ты ущемляешь бит Марии. Почему ущемляю? Где я ущемлял? Я же не сказал, что бит хуйня. Да и даже если ущемляю, то это мое мнение просто. Я просто вообще таких тайпов у него не знаю. Потому что они, по-твоему, всегда пишут один тайп. Нет, не один тайп, но такого тайпа мы от него не слышали. Я не говорю, что он пишет один тайп. Морио даже Димти Боя продил. Даже вот тут. Ебать, а как я въебал. Ну, я понял тебя. Мне нужно понимать, что вы думаете про этот проект. Потому что, с одной стороны, мне как бы зашло. Ну, в целом. В целом мне зашло. Неплохо, атмосферно читает Джибан. Может быть, чуть-чуть монотонно, но в целом в этом есть какой-то вайб. Майот, как я уже говорил неоднократно, сейчас находится в каком-то вот таком тайпе своем, праймом, постоянно, вот на любом стиле. Гость, он не гость, основной артист, вообще похуй.
Он делает всегда пиздатую ритмику. Учился не делать глупости, но именно на первом курсе начались клубы, тусы. Охуеть. Именно тогда меня очаровала музыка, заполнив внутри меня то, что было пусто. Хотели отчислить. Мне хотелось начислений, период взросления, пропасть уменьше межпоколения. Просто другое время, интересы, направления, уже другие деньги, люди, идеи и мнения, блядь. Ёб твою мать. Ну, короче, вы поняли, да? Вы поняли. И у него постоянно так в каждом треке, вот начиная с заправки К4, в каждом ёбаном треке. Вот тут она где-то вышла. И вот начиная с Бус до вот этого трека, блядь, вот постоянно нахуй. Вам не нравится, да? All Black Type трек скукотищ. Ну, насчет скукотищи не согласен. Если All Black на подобном тайпе берет харизмой, условно. Джибан немножко ровненько, да, вот чем-то Тага напоминает, может быть, базар, который мне не очень нравится. Но здесь заебись, здесь хуй знает, здесь ничего такого сказать не могу. А вот Майот как раз-таки ритмикой очень хорошо разбавляет, вот он прям заебись разбавил. Так, вайп на дефолт. Не знаю, мы будем ли слушать альбом Джибана, честно, хуй знает. Но вот этот рачок мне зашел, правда. Вайбит хорошо прям. Вам не зашел, в общем, плейлист добавлять не будем, базару нет. Maybe общего плейлиста действительно не заслужил. Может быть простенько, но хорошо. Тем не менее, меня вайбит жестко, правда. Я кайфану отрочка. Здрасте, здорово, аутсайдер. Спасибо большое. Ждем, получается, больше треков от Майота. По поводу Джибана, ну, не знаю, напишите в комментариях, хотите видеть реакцию на альбом или нет. Может быть, сделаем, может быть, не сделаем. Посмотрим по нагрузке, что там будет. Вот, ну, скорее всего, нагрузка будет приличная. Не знаю, правда не знаю, посмотрим. Если запрос будет, точно послушаем. А там уже посмотрим. Вот. А пока что мы идем дальше. Следующий трачок, который мы сегодня с вами послушаем, это Lil Kid Lifestyle артиста. Честно, немножко есть переживания. Потому что вот Lil Kid дропнул «Запомни», очень пиздатый трек. Там и свидос был нормальный, и структура пиздатая. В общем, пиздатый трек. А на районе, ну, какая-то прям вот, ну, вообще не уровень «Запомни», абсолютно, абсолютно не уровень «Запомни». И прикол в том, что на районе был выпущен спустя достаточное количество времени после «Запомни». Это значит, что лайфстайл артиста, который дропается примерно в это же время, имеет риск стать подобного уровня. Если это так, то я думаю, уже на следующем треке мы просто отпишемся. То есть, да, он ни на каком испытательном сроке, но если мы видим просто, ну, что человек не развивается, стоит на одном месте и дропает какую-то хуйню. Что-то эту хуйню надо разбирать, не могу говорить. Мы решили, что зарубежку мы завтра глянем. Я думаю, так. Да, сегодня мы, скорее всего, не успеем ничего. Сегодня два сборника и то, блядь, я не знаю, платки ли я успею вообще послушать. Вот. Но завтра, наверное, зарубежка будет, посмотрим. Вот. Так, Prod и Mix by Feihua. Ну, я так понимаю, просто Feihua. Нахуя тут? Я не понимаю, ну, что это такое. Вот. Ну, в общем, let's go, слушаем. Let's go. Когда Богу молят о терпении, то Он дает терпение. Или возможность это терпение проявить. А тот, кто просит отвагу, получает отвагу или возможность быть отважным. Когда люди просят счастливой семьи, вы думаете, Бог обрушивает на них душевное тепло и нежность? Или Он дает им возможность? Я думаю, возможность. Я не хочу, чтобы вопросы стояли опилкой. Я так боюсь, что младший брат меня спросит о приколе. Детка, извини меня, если ты еще в обидах. Когда мы прожигаем жизнь, это лайфстайл артист. Я не хочу, чтобы вопросы стояли опилкой. Я так боюсь, что младший брат меня спросит о приколе. Детка, извини меня, если ты еще в обидах. Вот это другой разговор. Когда мы прожигаем жизнь, это лайфстайл артист. Снова уебану я. И ты ведешь себя нескромно. Ой, хорош. Ой, хорош. Очень красиво поторопился, но, блин, как некрасиво, да. Ой, бля.
What's up, baby? Я не хочу, чтобы вопросы стояли афилка. Я так боюсь, что младший брат меня спросит о бриках. Детка, извини меня, если ты еще в обидах. Да мы прожигаем жизнь, это лайфстайл артист. Я не хочу, чтобы вопросы стояли афилка. Я так боюсь, что младший брат меня спросит о бриках. Чисто, бля. Детка, окей, другой разговор. Да мы прожигаем жизнь, это лайфстайл артист. Бля, вот другой разговор. Другой разговор вообще нахуй. Так бы сразу. Ну, правда? Жифейхуа, блядь, реально? Серьезно? Вспомнил бы... Нет, ну я помню, что он продил, и поэтому у меня вопросы. Ну, про вот этого фейхуа речь или про другого? Чё-то я сомневаюсь, что про этого фейхуа речь, правда. Очень сомневаюсь. Ну, я очень сомневаюсь, правда, что это так. Ну, хэппи кит. Я бы в жизни так не смог, потому что дикция кал у меня. Нет, смотрите, очень-очень красава, правда. Вот после запомни, видеть такое очень приятно. Ну, после на районе, точнее, да. Я уже потерял просто какую-то надежду, я подумал, сейчас будет такого же уровня. Трек нет. Трек гораздо более высокого уровня, очень крутая, отточенная техника. Там, где он ускоряется, он ничего не тараторит. Там, где он ускоряется, мы слышим каждый слог. Очень все красиво выведено. Припев, вот тут восьмерка, казалось бы, но не души, потому что все на динамике. Куплет тоже очень красивый. Разнообразие есть в куплете. Вау, а что не так здесь? Ну, типа... Сейчас, друзья, моментик. Самое, что удивительное, ну, типа, это реально техника, и я не ожидал ее видеть, потому что Lil Kid, по сути, не является каким-то диким профессионалом, и я не думаю, что он делает давно, да? Ну, скорее всего, прям недавно, да? Ну, не 23-й год, ну, ебать. Идем в профиле 3. Но то, что он выйдет, я видел. Мне сегодня сказали, что будет фит со Скали, кинули, типа, сниппет, я охуел. Не знаю, правда-неправда, но я охуел, тем не менее, если это так. Вот, в общем, спасибо большое, да, это хороший трек, предлагаю в общий забрать, я забираю к себе, реально, очень налегке пронесся, на динамике, все вывез, чисто сведено, все, ну типа охуенно, реально, круто. Трек 8, 9 из 10 мне коротким показалось, хочу еще, понимаю, но, знаете, есть такой риск, что был бы он подлиннее, maybe он бы вас заебал, за счет динамики, не знаю. Вот. Общий go. Я тоже думаю, что это общий. Да. Добавляем. Lil Kid на стриме? Нет, его нет на стриме. Нихуя себе. Идем дальше. Спасибо большое. Последний трек на сегодня, который мы с вами послушаем, это Лизер, Пастор на пас и Брик Базука. Высота. На самом деле, мы как бы за Лизером особо не следили, но вот этот фиточек мне показался интересным. Плюс трачок, который мы слушали, вот с Яниксом, да, смогу. Типа, там Лизер неплохо выдал, если я не ошибаюсь, да? Вроде Лизер был лучше всех. Я могу ошибаться, друзья. Я могу ошибаться. Просто я как бы добавлял трек... вот трек добавлен даже. В смысле, что Лизер там, по-моему, пиздачи всех. Вот. Поэтому тут еще и такой интересный фит, Пастор на пас, который как бы занимается творчеством, так сказать, ну, интересным. Я особо не слушал, но примерно понимаю, о чем это. Mm-hmm. И Брик Базука, та же ситуация. Да, та же ситуация. Поэтому мы послушаем этот трачок все равно. Посмотрим, кто как сделает, как ребята все будут сочетаться на одном бите. Ну, в общем, мы за Лизером как бы так будем иногда послеживать, что он там вообще делает, ёб твою мать. Серьезно? Жесткий тип. Вот. Давайте смотреть, что это такое. Let's go. Облога интересная. Я
не боюсь быть не таким, как они. Одинаковы только дни, где я оттачивал скилл. Прошлое скинул, все свои слабости бросил в тиски. Я посвящаю все это таким же, как я. Выпивал я, плевался и дальше шел. Я голосую за качество, да без законов ни дня. Сверкаю как кристалл, ваших имен нет на моих устах. Я та самая единица из ста. Я не держу синицу в руках, прыгну выше своего потолка. Я с вами не стану тягаться, для вас культура лишь способ поднять, как паразиты на шее у пса. Я не могу так, ведь я пацан, упертость отца, чистота мамина. Скромный парень накопил знания, скромный парень покажет оскал. Дышится легче в укрытии спальника, какой ни была бы моя высота. Ну допустим. Какой ни была бы моя высота. Падая в бездну, дурак будет за все хвататься своими руками, пока не поймет, что остановить это можем только мы сами. Падая в бездну, все отпусти и следи лишь за чистотой дыхания. Боже даст тебе силы пройти, те, что дал тебе испытания. Я благодарен за все, хоть будь матернист. Вижу лучи сквозь ветки, бился и лапсу рассек, в попытках уйти далеко от ответа. Я хотел вечного лета, но смена сезонов дает жизни шанс на обновление. Если ты сбился с пути, эти звезды укажут тебе направление. Лишь на краю оказавшись, ты понимаешь, что истина. Он как будто здесь как дома. Что есть дороже любви безусловной. Когда твоя жизнь так мгновенна, надо держаться сильней. И те, кто рядом, с возрастом ценишь порядок. Только спаси нас и сохрани, пока эти огни не потеряли заряд. Падаю вверх, я близок к успеху. Падаю вверх, я опять под орехом, я чуть не отъехал. Падаю вверх, я лечу, я как бэха. Падаю вверх, я себе на уме, не поверил в себя, ни героя, ни мы. Это смути идет не будем мы. Сгорая на солнце, сгораю во тьме. Растая за дверью, исчезну в окне. Останусь лишь облаком битом в стекле. Если разобьюсь, то меня кто-то склеит. И видишь, что небо походу светлеет. И мне так хотелось быть тем, кто сумеет. Постоянно вот падаю в бездну. Падаю вверх, будто я под шофером. А припева такого нет. Не боюсь высоты падать в пропасть. Умею, я поднимусь, да это не новость. Я сделан улица, сделан на совесть. Успею вспомниться, время исчезнет. Бля, ну странная рифмика у вас тут. Все по-разному сделали. Ну, честно, вообще не зацепило. Оцени строчку, ищу эту суку, будто в поисках Немо. Ну, вообще, вроде как баян уже, вроде где-то слышал. Underground неплохой получается. Получился. Понимаешь ли? Ну вот в этом-то и прикол, что неплохой. Да, ну типа, не назову это плохим треком, да, даже в рамках вот Underground. Но вот не более как будто. Я же просил оценить, а не баян или нет. Ну так баянливость строчки тоже идет в оценку строчки. Ну, учитывая, что я ее слышал уже, она, ну, чисто, ну, 2 из 10, может быть. Тем более, я сам придумал там в оригинале сумму. Какая... Ты одно слово заменил. И то, которое было неважным. То есть, он не влиял на сам панч. Что скажете? Ну, типа... Лизер. Давайте по всем. Честно, я не считаю, что здесь он звучит пиздато. Здесь как будто немножко не его история, вот даже тембр, блядь, не сочетается со звуком, правда. Мне не нравится. Вроде норм, вроде он старается что-то, но вот я просто его не слышу на таком бите. Пастор на пас, как влитой. Звучит хорошо здесь, но я бы парт не репитил. Вот. Брик-базука вообще странно залетел, какая-то странная ритмика. Ну, на любителя, правда. Вот мне наоборот Лизер. Ну, я так вижу, что Лизер вам зашел больше. Ну, Лизер может быть попонятнее, как минимум, да? Не знаю, меня не зацепил Лизер, я его на таком бите не вижу, честно. Мне вообще не цепляет, то есть меня пастор даже больше зацепил скорее. Так что просто вышел неплохой андерграунд, правда. Как-то так. Ну, скорее всего, скип. Скорее всего, скип. Спасибо, тем не менее, да. Ждем следующих треков. Ну что ж, друзья, мы с вами послушали все треки, которые сегодня мы планировали послушать.
Среди семи, если не ошибаюсь. Да, среди семи треков я добавил раз, два, три, четыре, пять к себе. Не добавил только, получается, высоту и интерфристайл. Ну да, первый и последний, понятно. Ну, в общем, достаточно жестко, я бы сказал. В общий плейлист мы добавили с вами раз, два, три, три трека из этих пяти. Вот, и теперь надо бы выбрать лучшего. Наверное, больше всего мне зашел Смази, я думаю. Вот прям зашел, скорее всего, Смази. Но у него 0 баллов. В таком случае я просто удаляю прогноз, чтобы, ну, типа, ваши баллы не выебывать. Нахуя это делать? Вот, но мне Смази зашел больше всех, правда. Поэтому удалю просто прогноз. Вот. Как-то так, в целом кайфанул от сборника, он был хороший, несмотря на то, что это были треки, которые набрали мало процентов. Напоминаю, если кому-то интересно, Слава КПСС 17%, Аквакей 9%, Смази 7%, Ретроис 5%, Майот 4%, Лилки 3% и Лизер 2%. Вот как бы треки были с такими процентами, тем не менее, даже среди вот таких вот нищевых процентов мы нашли некоторые жемчужины типа Смази или типа Лилкида. Пожалуйста. Типа, это было круто. То есть, это буквально олицетворяет то, что проценты не всегда показывают то, что есть на самом деле. Но в целом это было хорошо. Спасибо. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty, Discord, Boosty, плейлисты тоже можете чекнуть. Да, все как бы ссылочки есть. С вами был я, Фан. А, Discord, да. Без Discord'а нахуй. Понятно вам? Да. Дискорда нет больше. Буду ссылочку на TeamSpeak, блять, оставлять. Ну ладно, на самом деле похуй на Дискорд. Он конкретно на Afan of Music Discord, потому что там ничего не происходило. Похуй, неважно. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.